Тема моей проповеди «Отвергни себя». О, отвергнуть себя очень сложно. Знаете, я попытался, и у меня очень не получилось это. Это нельзя сделать в пустыне. Это нельзя делать самовнушением. Это нельзя сделать. Ты можешь отвергнуть своих друзей, отойти от общения с другими людьми, но отвергнуть себя невозможно. Ты остаешься личностью. Когда Иисус говорит «отвергни себя», Он говорит, что я должен отвергнуть те качества, внутренние качества, которые вроде бы и хорошие, и мне нравятся они, но Бог хочет, чтобы я и с ними избавился, от них избавился. А люди думают, что мы должны избавиться от людей. Отвергни себя. Давайте прочтем. 34 стих Марка 8 главы. «Подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мной». Вы знаете, часто мы берем крест Иисуса Христа, нам не надо его брать, он уже взял. У нас есть свой крест. У каждого есть свое служение, ноша. У каждого есть своя обязанность. У каждого есть то, что он должен понести. И я вам хочу сказать, что вы не понесете мое, а я не понесу ваше. И я не могу нести ваши проблемы. Но что-то мы должны перед этим сделать – отвергнуть себя. И это не отвергнуть свою семью. Потому что некоторые думают, что оставить родных и близких – это… Я так вниз опущу, чтобы не сдувало мне. Отвергнуть родных и близких – это требует Иисус, потому что у Матфея так написано. Нет, как раз у Матфея написано «отвергнуть себя». Потому что к чему прилеплено твое сердце, то ты должен отвергнуть. Что ты любишь больше всего, то ты должен отвергнуть. И Павел говорит: «Бедный я человек». Я не могу это отвергнуть. Прилежит мне злое. Я не могу многие вещи отвергнуть. Что мне нужно сделать для этого? Что я должен для этого сделать? Господи, помоги мне. И вы знаете, Иисус Христос, Он пришел и умер за нас на кресте. Когда мы принимаем Его, мы принимаем ту силу, которая дает нам способность изменяться. Это служение перемен. Это служение изменений. Некоторые застыли, знаете, в 20 лет назад еще, как только покаялись и пришли к Богу, и они изменились, они думают, что они уже измененные. Я вам расскажу секрет. Вы еще никогда не менялись. Вы еще ничего не знаете и ничего не узнали. Вы стали старше, вы стали мудрее, но этот мир тоже становится старше и мудрее. Но настоящие изменения происходят с Богом. Как же их произвести? Как сделать, чтобы эти изменения начали происходить во мне? Смотрите. Иисус говорит, кто хочет душу сберечь, жизнь свою, другими словами, свое естество, тот потеряет ее. Другими, я разговаривал с одним человеком, я говорю, тебе нужно оставить вот это, вот это, вот это, вот это, и тогда тебе легко будет принять Иисуса. Он говорит, я стану другой личностью. Он говорит, так этого хочешь ты, Иисус. Я не могу, он говорит. Другими словами, мы должны оставить определенные вещи для того, чтобы принять ту личность, которая должна войти в меня и жить во мне. Бог желает вселиться в нас и ходить в нас, но для этого я должен оставить ту личность, которая не пускает его. И вы знаете, это не дьявол, это я сам. Послушай внимательно.
Ни дьявол не пускает Иисуса в твое сердце, а ты сам. Ни дьявол тебя заставляет не читать Библию, не молиться, не служить Ему, а ты сам, твое нежелание. И я вам хочу сказать, мы часто виним в определенных вещах свой возраст, это ты сам. Кого-то еще, это ты сам. Это не кто-то. Послушай внимательно, не кто-то виноват в тех проблемах, которые возникли в твоей жизни. Это ты виноват. И ты должен принять вину на себя, и ты просто должен сказать, я отвергаю это, потому что оно умерло с Иисусом Христом на кресте. Теперь я новое творение во Христе Иисусе. Для того, чтобы отвергнуть себя, ты должен смотреть на крест. В Евреях, 12 главе написано, взирая на начальника и совершителя веры вашей. Оказывается, я не могу прожить жизнь, если я не буду веровать в того, который дает мне силу меняться каждый день. Я должен поверить в него всецело. Не чуть-чуть, не на мгновение, не один раз 20 лет назад, а сейчас постоянно. Поэтому мы ходим в церковь. Поэтому мы читаем Библию, поэтому мы молимся, поэтому мы слушаем проповеди, чтобы Слово Божие, оно изменяло нас, чтобы смотреть и взирать на начальника и совершителя веры нашей. Мы новое творение. И вы знаете, часто мы отвергаем себя частично. Кто из вас понимает, что это значит? Я вот это оставлю, вот это оставлю, вот это оставлю, а вот это еще мое. И вот это притягивает все остальное. Вы знаете, это как магнит, который тянет все остальное. У нас на реп-центре люди, на других реп-центрах постепенно все. Он бросает пить, потом курить, потом ругаться, потом блудить, потом еще что-то. Не, у нас сразу, да? Вы знаете это, что сразу? Потому что одно притягивает другое. Если ты не бросил вот это, завтра тебе захочется вот этого. Если ты не отверг того, что внутри тебя, ты завтра будешь делать те вещи, которые не делал раньше даже. Потому что грех, он притягивает грех. Нам кажется, что мы личности, которые могут справиться с определенными опасностями. Но Бог, зная нас, он пошел на крест для того, чтобы мы были свободны. И взирая на Иисуса Христа, я могу освободиться. Иисус подозвал учеников и народ. Помните? Он подозвал всех одинаково. Ученики и народ. Он не отделил их. О, если ты хочешь следовать, то ты делай вот это, вот это, вот это, и будешь следовать за мной. Нет, он всех подозвал, он говорит, отвергни себя, возьми крест свой. Потому что некоторые не хотят брать семью вместе с собой. Некоторые хотят, ну я разведусь, все, я свободен. Слушай внимательно, если ты пришел в церковь, и ты женат, ты должен взять крест свой. Скажи, крест – это те проблемы, которые, ради которых я должен умирать. Вы знаете, я тоже стараюсь умирать каждый день. Павел говорит, я умираю много раз. Я ежедневно умираю. Если ты не умираешь ради того, чтобы идти за Иисусом Христом каждый день, твоя жизнь – она не стоит ничего. О, послушайте, ты не с дьяволом, ты сам с собой. Ты живешь в своем мире, у тебя свое видение мира, представление мира, но не так представляет Бог его. Бог совсем другой. Давайте прочтем еще одно место. О, давайте дочитаем, а потом. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу ради меня, Евангелия, тот сбережет его. Ибо какая польза человеку, если приобретет весь мир, а душе своей повредит?» А теперь давайте откроем интереснейшее место, прекраснейшее место, любимое мое место и, наверное, ваше. Сейчас скажу, где.
Я заложил его к Филиппийцам. Третья глава. Седьмой стих. Но что для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетой. Первое, что у меня должна появиться цель, правильно. Иисус подозвал целеустремленных людей, которые пришли ради Иисуса Христа. Если вы пришли в церковь ради того, чтобы получить что-то, мы помолимся за вас, вы получите и уходите. Ничего страшного. Но я говорю о целеустремленных. Если вы хотите быть с Иисусом Христом, у вас должна быть цель. Каждый день я хочу быть с Иисусом. Кто хочет следовать за мной каждый день, ежедневно? Отвергни себя. Смотрите, Павел говорит, здесь интересно, но что для меня преимущественно, то ради Христа я почел тщетою. Я почел засор. Я все оставил. Я вымел его из своей жизни. Другими словами, он избавился от этого. Это была его жизнь, это его была сущность. Он был фарисей, и он избавился от этого. Он избавился от своей старой личности для того, чтобы Иисус был с ним. Вы знаете, многие люди не хотят меняться, не хотят изменяться, но церковь – это место перемен. Скажи, место перемен. Я тот, который должен меняться. Я тот, который меняется. Место перемен. И если я не хочу меняться, в моей жизни приходят другие проблемы. Болото становится болотом. В мою жизнь приходит дьявол. О, послушайте, может и не придет дьявол, но что толку, что ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь. Ты не следуешь за Иисусом Христом, и у тебя нет цели. Бесцельно прожил жизнь. Заработал все, у тебя все есть, но бесцельно. Потому что моя цель простирается гораздо больше, чем эта жизнь. Гораздо дальше, чем эта жизнь. И я хочу, чтобы твоя цель простиралась чуть-чуть дальше, чем твоя жизнь сегодняшняя, потому что мы не знаем, что будет на небесах. Но до туда надо дойти. О. Я туда не дойду сам. Я туда дойду с Иисусом Христом. И мне срочно нужно к Нему. Мне срочно, не завтра, не послезавтра, не откладывая, отойти. Мне надо сейчас быть с Ним. Но для того, чтобы быть с Ним, надо отвергнуть себя. Отвергнуть свои желания. Взять его ношу? Нет. Он говорит, каждый день возьми свой крест. Не надо мой. У тебя есть обязанности в Царстве Божьем. Вы знаете, у нас другие становятся обязанности. Вы знаете, когда мы жили свою жизнь, у нас были обязанности. Я помню, когда я подростком был, я любил гулять. Кто из вас, подросток, не любит гулять? «Мама, отпусти меня на улицу! Мама, хочу гулять!» У меня обязанности. И мама говорит, если пока не уберешь в своей комнате, пока не уберешь в своем доме, пока не сделаешь определенные вещи, гулять не пойдешь. И вы знаете, я стремился для того, чтобы пойти гулять, убрать все. Я поубирал все. «Все сделал, мама, уроки сделал!» «Да!» Ну, бывало, не делал, но говорил «да». Чтобы отпустили, мы готовы были даже в детстве, в подростковом возрасте на жертвы. Когда мы вырастаем, мы не готовы меняться. Почему? Потому что, когда нас просят что-то сделать, мы говорим, о, Иисус уже все сделал. Но послушайте, стоп, у нас есть обязанности. В Доме Божьем есть обязанности, есть права и обязанности. Права у нас на Царство Божие происходят из того, что мы делаем, из наших обязанностей. Какие наши обязанности? Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия? Благовествование – это моя святая
Кто из вас на этой неделе благовествовал? Поднимите руку. Аллилуйя. Слава Богу. Благовествовали. А кто не благовествовал, поднимите руку, только честно. Ого. А вы знаете, что это обязанность? Это святая? Это то, чем я живу. Я делюсь тем, что я живу. А вы встречались с неверующими людьми? Нет? У вас все верующие вокруг были на этой неделе. Все такие святые были. Вы ходили с ними, и они ходили так. Аллилуйя, Господь с нами, Бог здесь. Или они ругались матом вокруг вас. Были такие? А вы? Иисус вас любит. Не, послушайте, наша святая обязанность остается обязанностью. И если вы хотите достичь определенных результатов в своей жизни, вы должны научиться ради Евангелия жить. Жить ради Него. Благовествуя. Жить благовествуя. Кто-то берет с собой другого и тащит в церковь. Слушай, он тащит, он берет этот крест и тащит за собой. Это его семья, дом. Знаете, он тащит, как Христу, свой крест. И для них это тяжело. Бывает сложно некоторых притащить, потому что они неудобоносимые. А какой крест удобоносимый? Никакой. Они тяжелые. И нам очень сложно видеть, когда люди, они хотят меняться. Первое, что должно быть, у нас должны быть обязанности. Мы должны подчинить себя законам. Кроме цели, у нас должна быть обязанность. И обязанность евангелизируй. Живи, евангелизируй. Живи, как твоя жизнь должна, евангелизируя, говоря о Иисусе. Я должен свидетельствовать об Иисусе, следовать за Ним. Знаете, как я узнаю, что люди следуют за Иисусом Христом? Из того, что они говорят, что они делают, как они живут, как они прощают, как они доверяют, как они любят. Они отвергли себя, они следуют за Иисусом. И не важно, что было вчера. Вы знаете, я не помню вчерашнего дня. Я хочу жить сегодняшним. Некоторые вещи должны быть в сегодняшнем дне. Потому что Иисус вам не помнит то, что было вчера. Вы знаете это? Он берет грех и забрасывает так далеко, чтобы вы его даже и не помнили. Но мы сами вспоминаем себе грехи наши. Мы говорим, мы не изменились. Слушай, ты не меняешься, потому что ты не хочешь, чтобы в жизни твоей засиял Иисус Христос. Вот и все. Не надо говорить, церковь не такая, служение не такое, кто-то не такой. Послушай, если ты будешь с Иисусом Христом, все вокруг засияет. Вау, идешь, и везде Христос, везде Бог, везде сила Божья. Ты идешь как по воде, над водой. Смотрите, цель, обязанность. Все почитаю, читаю ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался. Это наша задача – отказаться. От всего, что нам мешало познать Иисуса. Что мешает сегодня познавать Иисуса Христа? Фейсбук? Интернет? Друзья, знакомые, товарищи, картошка. Нет, чего вы смеетесь? Некоторые сегодня на картошке вместо того, чтобы быть в церкви. Познавайте Иисуса Христа. Но некоторым она не мешает. Они могут и картошку выкопать, и быть с Иисусом Христом. Вы знаете, никогда ничто тебе не мешает. Мешает только сам твоя жизнь. Ты не отверг себя. Ну разве тебе надо 20 мешков картошки?
Не, можно, конечно, насадить и 30, чтобы выкопать. А потом она гниет в погребе. А я раздам всем. Ну, не раздал, и все равно сгнило. Зачем тогда оно все? К чему это все? Ты знаешь, мы гробим себя, и мы не знаем, для чего. Цели нет. Но если ты служишь Богу, у тебя появляется цель, потому что Он дает будущность и надежду. У Него есть в твоей жизни и для тебя будущее. Бог благословляет. Отвергни себя. И дальше он говорит, я не дочитал до самого главного. Найтись в нем. Вот это самое интересное. Кто еще не нашелся в Иисусе? Найтись в нем. Вот некоторые просто исповедуют, но они не нашлись еще. Они еще в поиске. В поиске это те, которые делают дело, но они не уверены в том, что они делают. Они не уверены в своем призвании. Не уверены в своем видении, откровении. Когда ты следуешь за Иисусом Христом, к тебе приходит помимо обязанности твоей евангелизировать, еще приходит дело, которое на всю твою жизнь, служение, найтись в нем. Вот это найтись в нем, и мы стремимся, чтобы найтись в нем не со своими делами праведности, потому что они правильные вещи, которые приходят от нашего рассуждения и нашего рассудка, а потому что Он доверил нам что-то нести. Праведные дела, на которые Он предназначил нас, чтобы мы исполняли их. Бог предназначил тебе что-то, какое-то служение, но ты еще не нашелся в нем, поэтому не отвергнул. Некоторые, знаете, не могут. Вот у нас есть люди, которые мы нуждаемся в церкви сегодня, чтобы кто-то сидел за компьютером. И знаете, некого посадить. Не могут отвергнуть себя. Нам надо те, которые займутся определенными вещами. Нету, кому можно доверить со своей праведностью. Они живут со своей праведностью. При этом я с Богом. Не нашлось человека. Я не нашел. Кого мне послать? Кто пойдет для нас? Помните в Исаии? Интересное место. Но я вам хочу сказать, есть те люди, которые находятся в Его праведности, в Его делах, в Его поступках. И я вам хочу сказать, это простые дела. Он подозвал учеников и говорит, хочешь следовать за мной? Отвергни себя. О, у тебя будут дела праведности. Ты будешь делать то, что я тебе говорю, найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, праведностью от Бога по вере. И это все по вере, послушайте, это дело, которое я делаю по вере. Я исполняю, я хожу в церковь, некоторые проповедуют, поют, служат. Послушайте, это по вере, я нашелся. Если ты не нашелся еще, тебе надо срочно найтись. Но ты не найдешься, если ты не отвернул себя. Ты не будешь никогда петь в хоре, если ты не отвернул себя. Ну, надо же учить слова. Надо же петь. Надо же учить ноты. Отвергни и следуй за мной. Отвергни, возьми крест и следуй за мной. Хорошо, дочитаем дальше. Чтобы познать его. Без этого не может быть. Скажи своему соседу, хочешь познать Иисуса? Начни служить. Хватит уже ныть. Начни служить. Это как поговорка. Некоторые, но ничего не выходит. Когда ты служишь, тебе некогда и даже ныть, правда? Когда у мамы трое детей, она не болеет. Когда у мамы нету детей, ой, тут болит, ой, она за собой смотрит, еще не время. Как только у тебя трое появится, четверо или пятое,
Ты понимаешь, да? Кто из вас, мамы, понимает? Аллилуйя, скажите. Аминь. Мамы не болеют вообще, наверное. Они святые. Это папы только болеют. Я шучу. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Чтобы достигнуть... Ой, я извиняюсь. И участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его. Смотрите, если я не умираю каждый день, потому что в служении, как правило, я умираю. Я хочу потом прочитать одно место Писания, только я в другом переводе его, очень в другом. С 13 стиха, но... Братья и сестры, я поставил себе за правило не думать о том, что осталось в прошлом. А стремлюсь изо всех сил, Филиппийцам 13:14, к исполнению поставленной цели, чтобы добиться награды, которую Бог призвал меня получать или получить через Иисуса Христа. Есть награда. Есть награда в служении. Когда мы умираем для себя, когда умираем для своих поступков, определенных вещей, есть его награда, вознаграждение. Но эта награда, она дается, вы знаете, в конце бега все время. Она не дается в начале, она не дается в середине. Сам бег для тебя уже должен быть наградой. Но есть еще награда в конце. Есть благословение, которое я ожидаю получить в конце. И вот ради этой цели я бегу. Павел говорит, если я сегодня перестал бежать по какой-то причине, я устал, мне стало тяжело, мне стало больно, я вам хочу сказать, усилься, отвергни себя и следуй. Возьми крест и следуй за ним. Возьми крест и следуй за ним. Потому что некоторые не хотят отвергнуть себя. Они хотят, чтобы все вокруг отвергли, но они остались прежними. Такого не бывает. И Павел говорит, я отверг все, что мне мешало, чтобы стремиться познавать его. Познаю я его в процессе служения ему. Если ты еще не служишь, ты не можешь познать Иисуса Христа. Потому что Иисуса видел Павел, когда по дороге в Дамаск шел. Опознавал он его всю свою. Ты можешь видеть Иисуса Христа один раз в жизни и думал, все, Бог у меня держится вот здесь вот. За бороду схватил, все. Все благословения у меня теперь есть. Неправда. Ты ничего не получил. У тебя нету ничего. Потому что через познание Иисуса Христа ты начинаешь получать благословение. Но это надо познать, что ты должен принять решение служить. Твое решение. Отвергнуть себя и следовать за Ним. И он говорит здесь, чтобы познать Его и силу воскресения Его. О, мне это нравится. И участие в страданиях, силу воскресения. Но участие в страданиях его, это не очень нравится. Но я вам хочу сказать серьезно и честно. Каждый раз, когда я служу, я чувствую, что бывает мне тяжело. Нелегко было Иисусу идти на крест. И я вам хочу сказать, если вы думаете, что служение это... Аллилуйя! Неправда. Бывают служения, что тебя бьют, и тебе надо, чтобы кто-то даже нес твой крест, поднес даже. И тебе больно, и тебе сложно. Но это в служении только. Крест – это всегда тяжело. Служение – это всегда тяжело. Послушай внимательно. Кому легко дети доставались? У тебя еще их нет.
Тому, у кого еще их нет, тому легко все достается. А написано, дети – это благословение от Господа. Благословение легко не достается. На них надо потратить массу сил, усилий, времени, возможностей, чтобы это по-настоящему было благословением. Как ты дерево растишь, так оно и вырастет. Как назовешь, таким оно и будет. Послушайте, я говорю о том, что у нас должна появиться цель, стремление к тому, что Бог предназначил тебе, отвергнуть себя, отвергнуть то, что мешало тебе, потому что Иисус, Он дал тебе силу меняться сегодня, сейчас, умри и живи вечно. Умри и воскресни снова. Я сегодня прославлял Бога, знаете что? И мне Бог говорит, ну что, давай умирать. Отдохнули, теперь давай умирать. Побыли на воздухе, давай умирать. Хорошо было, давай умирать. И каждый день это происходит. Каждый день Бог говорит, слушай, мы должны умереть для себя. И вы знаете, что происходит? Иисус в 30 лет идет в пустыню. Знаете, что там произошло? Он с дьяволом боролся. Он умирал. Умирать всегда неприятно, всегда больно, всегда сложно. Для того, чтобы воскресение его было в тебе, нужно умереть. Чтобы познать воскресение, силу воскресения его, сообразуя смерть его. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. И вот это вот тайна, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Достижения. Какие у нас сегодня достижения? Посмотри вокруг себя. Нас мало очень в церкви сейчас. Очень мало. Вокруг. Просто посмотрите так. Брат, сестра, аллилуйя. Нас мало. Это наше достижение. Но тут написано достижение воскресения мертвых. Я хочу, чтобы все, кто здесь, и те, которые придут, мы встретимся в воскресении и в жизни вечных. И я приду и скажу, Господь, вот мы все здесь, мы пришли. Это наше служение. Ради чего ты служишь? Ради воскресения мертвых. С кем ты туда придешь? С баулами, сумками, с квартирами, с золотом. Или с братьями и сестрами. Достижение воскресения мертвых говорит о том, о ком ты думаешь и о чем ты думаешь. Я приду туда со всеми друзьями. И скажу, во, мои друзья пришли вместе со мной. Мои братья пришли вместе со мной. Вот, моя семья пришла вместе со мной. Это самое лучшее, то, что я могу встретить. Ради чего мы должны жить? Если ты не живешь сегодня ради этой цели воскресения мертвых, ты живешь и существуешь ради себя, чтобы заработать эту копейку, потратить ее на курорт или еще что-то, потратить на свою жизнь, прожить эту жизнь хорошо. А что дальше? Живешь ради себя. Но Библия говорит, отвергни себя и следуй за мной. Воскресение мертвых говорит о том, что я уже отверг себя, потому что я живу не для сегодняшнего дня, а для будущего. У меня есть цель. Хотя неплохо и здесь прожить. Но чем больше у тебя братьев, тем здесь лучше. Посмотри вокруг. Кто-то юрист, кто-то бизнесмен, кто-то строитель. Кто-то поможет тебе, и ты думаешь, вау, это ж круто, когда у нас, чем больше семья, тем меньше, больше проблем.
меньше забот. Хочу сказать вам, послушай, рост, он прогрессивен. Чем больше мы растем, тем легче жить. Церковь будет расти и умножаться. Мы будем расти. Мы будем умножаться, если будем думать о воскресении и вечной жизни. Потому что цель наша является быть возле Иисуса постоянно, сейчас, сегодня. Слушайте, заканчиваю. Я уже очень долго проповедую, да? Это мне часы повесили там сзади. 20 минут. Чтобы достигнуть воскресения, говорю так не потому, что я уже достиг. Павел говорит. Представляете, если это Павел говорит, то что я могу сказать? У Павла было больше дел. А он говорит, что я еще не достиг Иисуса Христа и познания Его, откровения Иисуса. Я не делал ничего еще того, что может мне быть наградой. Я только что-то делаю. И что самое важное сделать нужно для каждого из нас, это забыть. Скажи, забыть о своих достижениях. Как будто ты снова бежишь заново. Слушай внимательно. Некоторые сегодня бегут. Они бегут. Я столько пробежал. Я так устал. А некоторые бегут, они стремятся, как будто они бегут снова, заново. И у них откуда-то берутся силы. Научиться забывать. Забывать, что ты делал. Забывать о своих стремлениях. Забывать. Я говорю о тем, которых уже за 50. Послушайте. Если вы думаете о своем возрасте, мы были в Дании, и там были 70-летние, которые 80-летние служили нам, и я думаю, они служат как молодые, и они не могут не служить, потому что это их жизнь. Они умерли для себя, и они хотят, и когда им что-то помогаешь, они говорят, ну да, помоги, но он все равно тащит. Я не понимаю этого, почему? Потому что они так научены служить, потому что они умерли для себя, они служат, и они стремятся к почести Вышнего звания во Христе, чтобы найтись не со своей праведностью, которую я делал, а с праведностью, которая приходит от Него. О, да, от Него. А как же она приходит? От того, что Он дал тебе поручение, а ты хорошо его выполнил. Я не достиг. Или я еще не усовершенствовался. Я еще несовершенный человек. Вы знаете, что я несовершенный, говорит Павел? Так что скажи себе лично, что я несовершенный. Хватит о себе думать, что ты само совершенство. Брат или сестра, если Павел так говорил, то ты точно несовершенство. О, тебе есть куда расти. Тебе есть что менять. Для этого забудь свои прошлые ошибки. Ошибки легче забыть. Достижение и достигай нового. Достигай лучшего и большего. Ну, некоторым сложно ошибки забыть, но у вас есть сила Иисуса Христа, потому что Он взял на крест все наши ошибки, все наши недостатки. Теперь забудь все достижения. Лично ты, лично я. Мы ничего не достигли, мы ничего не знаем, мы хотим познать заново Иисуса Христа. Мы стремимся к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Мы хотим найтись в Нем. Я найдусь в Нем. Я еще не нашелся в Нем, как служитель. Хотя я пастырь уже, я еще не нашелся в Нем. Я еще в поиске. Я в поиске того служения, которое удовлетворит меня. Павел говорил об этом. Я хочу послужить Ему, и я не хочу достичь, чтобы все, я закончил. Нет, я еще не закончил. Смотрите, говорю так не потому, что я уже достиг или усовершенствовал, но стремлюсь, не достигну ли я Его, как Он достиг меня.
как достиг меня Христос. Как тебя достиг Христос? Он пришел, Он воплотился в тебя, стал жить с тобой, стал ходить с тобой. А теперь говорит, ты знаешь, где я нахожусь? Ты помнишь, где я нахожусь? Вот достигни меня в служении, в делах, в поступках. Ты знаешь, из-за чего я там? Найдись во мне. Если ты будешь так поступать, ты отвергнешь себя. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Павел жил по этому правилу. Все апостолы жили по этому правилу. Я никогда не видел, чтобы апостолы сидели и рассуждали, вот как было хорошо Иисусом, как плохо, что его нету сейчас. Они говорят, о, мы скоро встретимся с ним. Мы идем вперед, мы стремимся к нему. Вы знаете, некоторые живут переживаниями прошлого, а я не хочу жить переживаниями прошлого, потому что в будущем меня живет, ожидает такое переживание, которого я себе даже представить не могу. Бог измерил, как-то Наташа проповедовала нам, Бог уже измерил тебе твой путь по щиколотку, по колено, по пояс и там, где уже невозможно идти. Он уже измерил, как тебе идти. Он знает твой путь, Он знает твою дорогу. Не надо выбегать. Не надо выходить из своего призвания. Просто не надо оглядываться назад. О, ты прошел определенный период в своей жизни, но ты еще не достиг. И я не достиг. Мы еще не достигли его, как он достиг нас. И первое то, что я хочу каждому из вас сказать, что есть люди, которым нужно покаяние, и нужна перемена в их жизни. Покаяние в том, что вы оставили на каком-то этапе в своей жизни Иисуса Христа. О, нет, вы верующие. Вы перестали отвергать себя на каком-то этапе. Вы перестали жить для Иисуса Христа. Павел сказал, для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение. Он отверг себя до смерти. Я говорю о служении. Я не говорю, что вам нужно умирать. Вам нужно что-то делать в том или ином деле, которое Бог предназначил тебе исполнять. И ты знаешь, в чем недостаток? Потому что тебе это не нравится, и тебе хочется это изменить, то изменить. Может, это твоя и есть воля Божья в твоей жизни. Начни делать. Но умри для себя. Если ты не умер для себя, кто-то сегодня с Иисусом Христом на уровне деторождения. Вы только родились. И я рад за вас. Потому что вы отвергли себя в каком-то этапе своей жизни. Но есть масса вещей, которых вам надо избавиться еще. И это на пути, по пути вашего служения будет происходить. Не останавливайся. Если ты остановился и сказал, все, я достиг, тебе надо покаяться, остановиться и сказать, Господи, я не почитаю себя достигшим. Я хочу найтись не со своей праведностью, которую я делал, а праведность, которая по вере. Я хочу делать дела веры. Я хочу служить тебе по вере. Некоторые служат не по вере, а просто. Потому что так сказали. И они бурчат на всех. Ну, такие бурчуны служители. Покайся. О, сегодня служение покаяния. Вы заметили? Отвергнуть себя очень сложно. Но так же легко. И я задам вопрос, если есть люди, которые чувствуют, что им нужен Иисус Христос, ощущают, что они хотят встретиться с Ним сейчас,
в данный момент. Вы еще не каялись или каялись, но уже это происходило давно, и вы согрешили перед Ним. Вам нужно примириться с Богом, чтобы войти в Его праведность. Давайте встанем все.